Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 53, упражнение номер 9. Сколько минут составляют 2 часа? В одном часу 60 минут. Чтобы узнать, сколько минут в 2 часах, нужно 2 умножить на 60. Получится 120 минут. 2 часа равно 120 минут. 60 секунд. 1 минута равна 60 секунд. Значит, 60 секунд – это 1 минута. Сколько часов и минут составляют 65 минут? В одном часу 60 минут. Если мы из 65 вычтем 60, это будет как раз 1 час. И еще останется 5 минут. Итак, 65 минут – это 1 час и 5 минут. 70 минут. Также вычитаем 60 минут, остается 10 минут, значит, у нас 70 минут – это 1 час 10 минут. 90 минут, вычитаем 60 минут, 1 час, остается 30 минут, значит, 90 минут – это 1 час и 30 минут. Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.